Привет, YouTube! Привет, друзья! С вами Дэн. У меня сегодня опять прекрасное настроение. Знаете почему? Потому что мы будем слушать третью песню с нового альбома Дианы Анкудиновой. Трек называется «На краю». Кстати, я вчера читал все ваши комментарии под реакцию на песню «Мой камин». И я заметил, что не всем нравится альбом, ребят. Я его еще не прослушал, поэтому не могу судить. Но будем слушать, будем оценивать все. Песню «Мой камин» вчера, кстати, слушал на повторе. Мне припев очень зашел. И куплет, и вообще бит. Очень классная песня. Ну что, ребят, не будем тянуть. Послушаем третью песню с альбома «На краю». Готовы? Погнали! Часто небо цвет прощает то, что не простить. Мы через тучи видим свет и узнаем, как дальше жить. Мы слышим звуки в тишине, они срываются на крик. И вновь запутавшись в себе, мы упускаем счастье миг. А на краю чужой мечты тебя совсем никто не ждет. Ты можешь падать с высоты и верить в то, что это вздох. Дорог так много у судьбы, где нашей сразу не понять. Ты просто верь в свои мечты, и ты научишь их. Ребят, припев опять же очень красивый. Текст вообще отдельно. Очень нравится. Стирает ветром все следы, меняя свет на полутень. Ты видишь свет из темноты, так наступает новый день. Отбросив страхи на пути, ты сможешь многое понять. Любовь внутри себя найти и никогда не потерять. А на краю чужой мечты тебя совсем никто не ждет. Ты можешь падать с высоты. Наше сразу не понять. Ты просто верь в свои мечты, и ты научишь их летать. Ребят, сейчас пошли мурашки. Со словом «летать». Под эту песню можно медитировать. Сам йодал стайл. Ну что, ребят, первое впечатление после прослушивания, можно так назвать, песня-медитация. Если включить часовой вариант этой песни на повторе, вот час, то смело можно закрывать глаза, медитировать, слушать. Текст очень мотивационный. Опять же, очень крутой припев. Ребята, сейчас пытаюсь вот сравнить эти две песни «Мой камин» и «На краю» и выбрать, какая лучше. Лично мое мнение, «Мой камин» круче, хитовее. Это такая более расслабляющая песня, в то же время очень приятная. Еще мне очень понравился этот кусочек «Yodel Style». Красиво. Вокал Дианы, думаю, обсуждать не стоит. Как всегда, все идеально. В общем, трек мне понравился. Сейчас мне интересно узнать ваше мнение. Как всегда, я буду читать все. Пишите в комментариях. С вами был Денис. С вами мы увидимся в следующем видео. Так, следующая песня у нас будет «Ночь». Надеюсь, я сейчас ее послушаю, тоже запишу реакцию. Всем хорошего дня. Пока.